бей туда и пошел вниз. Точку отдоставил, да? Иду на курну и на точку. Закрываю туда смойку. Вот, соответственно, на карнизной зоне наблюдаем вот такую вот вещь. Идет вода у нас по капельнику, струи такие хорошие, напор хороший. Сейчас проверим, что у нас внутри. Вот такое обычное место, которое заносится в породе скрыли специально. Посмотреть места крепления контрбруса. Ну, здесь у нас все сухо. Все сухо, влаги никакой нет. И еще одно место у нас здесь есть. Мы здесь одно место делаем ревизию. Посмотрим. Ну, тоже видим. Все сухо.